Всем привет! В этом видео я покажу, что можно сделать из старой зарядки от мобильного телефона. Для начала зарядное устройство нужно разобрать. С помощью ножовки по металлу отрезаем вилку. Место реза нужно обработать наждачной бумагой. После обработки вставляем штепсельный разъем. Просверливаем отверстие, а затем фиксируем разъем при помощи двух болтов. Во второй части корпуса при помощи надфиля нужно немного расточить уже существующие отверстия, а затем монтировать туда разъем. Далее с платы нужно выпаять несколько деталей. Нам понадобится светодиод, транзистор, два резистора с номиналом около 100 Ом и трансформатор. К светодиоду нужно припаять один из резисторов и два отрезка проводов. При помощи термоклея фиксируем светодиод в корпусе. Далее берем кусочек монтажной платы и размещаем на ней остальные детали. Теперь паяем все это по схеме, которая показана на экране. Вот так вот все получилось. Теперь подключаем эту плату к разъемам, которые вмонтированы в корпус. Фиксируем плату внутри корпуса и закручиваем крышку. На этом этапе самоделка завершена. Это получился небольшой преобразователь напряжения, который с 3 вольт выдает 220. Включаем в розетку потребитель небольшой мощности и подаем питание от батарейки. Как видите, все работает отлично. Также с помощью данного устройства можно зарядить телефон или, например, подключить Wi-Fi роутер. Кому такая самоделка понравилась, ставьте этому видео лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать колокольчик. Всем спасибо за просмотр и всем пока!